Вычитать можно еще одним способом, который называется способом округления. Внимание! Мне нужно вычесть разность чисел 72 и 18. Предлагаю округлить число 18. До какого числа? Конечно же, до круглого, то есть до числа 20. И выполнить разность чисел 72 и 20. Эта разность будет равна числу 52. Рассуждаем. 7 десятков вычесть 2 десятка, имеем 5 десятков, да еще 2 единицы, то есть это число 52. Но! Думаем, это 52 число, которое не является ответом нашей разности. Почему? Потому что мы вычитали не 18, а число 20. Мы вычли число большее, значит, наша разность меньшая. Для того, чтобы найти нужную нам разность, мы должны в число 52 прибавить число 2, то есть ответ 54. Где я взяла число 2? Мы округлили 18 до 20, значит, мы увеличили число 18 на 2 единицы. Поэтому в результате к числу 52, которое мы получили в результате округления, к разности 52, прибавить еще 2 единицы, получили ответ 54. Например, 18 вычесть 9. 9 округляю до числа 10, то есть 18 минус 10. Ответ – число 8. Но я 9 увеличила на одну единицу, чтобы получить 10. Поэтому я должна к числу 8 прибавить число 1, то есть в результате получу число 9. А сейчас предлагаю найти разность двух чисел 59 и 15 способом округления. Внимание! В этом случае удобно округлить уменьшаемое. Округляем до числа 60, то есть до круглого числа. Рассуждаю, что произошло с уменьшаемым? Оно увеличилось на одну единицу. Вычитать из 60 будем одно и то же число, то есть вычитаемое не меняется. Что происходит с разностью? Разность получается большей, чем та, которую мы должны получить. Насколько больше? Ровно настолько, насколько мы увеличили число 59. А число 59 мы увеличили всего на одну единицу. Поэтому разность 45, она у нас больше, чем нужная искомая разность. Мы ее должны уменьшить на одну единицу. 45 минус 1 равно 44. Например, 68 минус 16. Округляю уменьшаемое до круглого числа. Ближайшее круглое число 70. На сколько единиц я увеличила уменьшаемое? 70 минус 68 на 2 единицы. Значит, разность, которая получится у меня вот в этом случае, она будет на 2 единицы больше, чем искомая разность. А чтобы она была равной, значит, я должна буду вычесть число 2. 70 минус 16. Рассуждаю. 70 минус 10 – 60. 60 минус 6 – 54. Чтобы найти ответ 68 минус 16, я должна из числа 54 вычесть число 2, то есть искомая разность 50.